История повторяется. Никто не может нанести России больше вреда, чем ее собственные правители. Ну, так было. Знаете, когда нацистская Германия начала мировую войну, простые немцы, граждане, они ведь не были преступниками. Но после падения режима им всем пришлось очень долго, жестоко расплачиваться за преступления режима. Тоже ждет и нас. Россия неотвратимо движется к национальному унижению и позору. Будет поздно посыпать голову пеплом. Да и бесполезно. В грохоте войны слышен шум опускающегося железного занавеса, как сказал президент Зеленский. Задумайтесь, кому-нибудь, кто-нибудь почувствует, что ему стало лучше жить от того, что российская армия вторглась и бесчинствует в суверенном независимом государстве. Знаете, даже если кому-то и удастся выскользнуть потом за железный занавес, на экскурсию там или на отдых куда-то в Европу, будьте готовы к тому, что вам будут плевать в спину, а может быть и в лицо, только потому, что вы из России.